Здравствуйте, это Василий. Сейчас я вам расскажу один стих. Юлина Доронина «Запас прочности». До сих пор не совсем понимаю, как же и худа, и мала. Ой, пожарка, побегула. Держачала стопудовых дышла. До сих пор не совсем понимаю, как же и худа, и мала. Через пожар, как по бедному мая, крыжачах стопудово дошло. И откуда есть только силы, даже в самом слове бешеный из нас. Что ж, есть и был у России вестная прочность и вестный запас.